Я скомбинировал два файла. Картинку и PDF. Картинка обложки в два раза крупнее PDF размера. Почему так? Значит, Оля прислала картинку размера 822 на 1190. Я пытался открыть в фотошопе, и чтобы выяснить точный размер картинки, но 1597 на 2190. Картина, которую прислала Оля, она отличается. Я скопировал ее, открыв в фотошопе ту картинку поверх того, той страницы PDF, которая, собственно, у нас есть, и сама обложка меньше. То есть мне, чтобы просто ее удерживая Shift растянуть, чтобы соблюсти пропорции, и все. Можно все отключить? Да. То есть получается тупо как-то обложка получается совсем несоразмерно, совсем другого размера. Если это единственный выход, то хорошо, но как-то непонятно.